Вечір добрий, як завжди, у цій порі я, автор і ведуча Наталя Поляниця, запрошую телеглядачів, радіослухачів під абажур. Тут ми зустрічаємося в затишній атмосфері з різними цікавими особистостями. Сьогодні будемо говорити про енергетику людини. Ну, що таке взагалі людина? Да? Це відкрита біоенергетична система, яка підживлюється, яка отримує енергію від землі, від космосу, від води, природа, повітря. Ну і, звичайно, енергію від людини. Було у вас таке, от скажіть, будь ласка, поспілкувалися ви з якоюсь людиною і потім відчуваєте себе, як, я не знаю, як вичавлений лимон, або говориш навіть, вона з мене ніби всю енергію випила. Та? Причому відчуваєш це не тільки на якомусь душевному рівні, а й на фізичному. От як все ж таки оберегти себе від такої негативної енергетики людей? Як отримати оті знання з енергетичної самооборони? І головне, як використовувати у своєму житті? От саме з цього приводу я запросила сьогодні до нас у студію психолога-іміджмейкера, директора Парижської академії особистої еволюції, енерготерапевта Ольгу Арзуманову-Данженкур. Вона приїхала до нас з Парижу, це наша гостя у Хмельницькому, і я рада її бачити. Добрий вечір. Здравствуйте. Ну, для вас Оля Хмельницький вже став як рідний. Да, родной, буваєте ви тут достатньо часто, і це приємно. Да, спасибо большое. Я всегда рада бывать в этом замечательном городе. Тут живут мои добрые друзья. И рада бывать у вас, в вашей программе в гостях. Да, под абажуром уже не первый раз. И всегда с большой радостью, удовольствием вспоминаю наши встречи. Глядачі згадують ці наші зустрічі. Для них важливі ваша думка. Для них важливі ваші оті ключі, як від щастя, як ми про них говорили. Так? Але сьогодні поговоримо саме дійсно про енергетику людини. Дивіться, кожна людина має власне тіло. Та? І кожна людина має власну енергетику. Від чого вона залежить? Від чого залежить якість енергетики? І взагалі, що таке енергетика? Интересный вопрос. Ну, вообще, все, что касается энергетики, это очень интересно и, на первый взгляд, может показаться безумно таинственно и как-то вот даже мистично. На самом деле, это целый мир, который мы ощущаем, который мы воспринимаем, которым мы проводим какой-то обмен чем-то, и в котором мы имеем какой-то результат. Это мир невидимый. Вот на свете есть миры, мир видимый, миры видимые и миры невидимые. Вот, например, такой невидимый мир, который можно сравнить с энергетикой, с энергетическим миром невидимым, это мир запахов. Вот мы не можем видеть запах. То, что мы відчуваем. Мы его чувствуем. И вот если, например, неприятный запах, да, мы его чувствуем и говорим, нет-нет, я не могу вот здесь долго находиться, мне как-то плохо. Так же, как тот человек, у которого чувствительная энергетика, входя в дом, который энергетически нездоров, инфицирован какими-то энерговирусами, он не может там долго находиться. Он говорит, нет-нет, я хочу уйти, мне здесь не очень хорошо. Тобто все це на рівні відчуттів, да? Чувства. Есть такое, как бы вот мы говорим, шестое чувство. У человека есть, у каждого человека есть это чувство. Просто у кого-то оно сильнее развито, у кого-то менее развито. Но есть у всех. Добре. Якою буває енергетика? Состояние энергетики человека напрямую связано с состоянием его души. Состоянием его души. Да. Что это значит? Это значит, если у человека тяжелые чувства на душе, если у человека тяжелое состояние душевное, низких вибраций, таких как страх, таких как боль, разочарование, отчаяние, апатия, ну, целый ряд вот этих низковибрационных чувств, естественно, его энергетика будет ослаблена, естественно, он сам не понимая, как он может быть по отношению к другим людям вампиром, потому что у нас энергия, как перетекающиеся сосуды, да, соединяющиеся, и если вы общаетесь с человеком, у которого занижена энергетика, да, мы говорим, это человек, это не обязательно негативный человек, но человек, у которого упадок душевных сил, мы говорим малодушный. Это понятие, что часто вы используете энергоинфикованные люди? Нет, энергоинфицированные, существует несколько типов состояний энергетических, да, есть здоровые энергетические люди, это люди, у которых хорошее настроение, это люди, которые замечают прекрасное, это люди, которые делятся доброй информацией, добрые эмоции. Это люди, которые мы говорим, вот у него есть сила духа.
Да, сила духа, вот это понятие, сила духа. Тобто це ті такі акумулятори, до яких хочеться от підійти і підзарядитися позитивною енергією, так? Вони просто, ну як би сказати, ну як на фізичному, давайте сравнимо з фізичним тілом, буде зрозуміло. Вони просто здорові, от як фізичне тіло здорове. Чоловік навіть не чувствує це, о, як я полон сил. Він просто здоров, і все, йому добре. Существують віруси. Для фізичного тіла є вірус, наприклад, віруси грипа, да? Віруси інших заболівань. Так є... само на енергетичному рівні? Совершенно верно. І на енергетичному рівні є віруси, тому що существують душевні болезни. Сім смертних гріхів, які ми знаємо, да? Це прелюбодействие, це чревоугодничество, це алчність, ну там цілий ряд, да? Гнівливість і так далі. Це все душевні заболівання, які як заболівання живуть, развивается заболевание и размножается, то есть пускает свои вирусы. И вот это уже энергоинфицированные люди. Энергоослабленные – это те, у которых произошли ну, неприятные события, или они попали в зависимость от энергетического вампира, либо они встречаются с манипуляторами, которые на них действуют, занижая их самооценку и ну, вот, нарушая их целостность энергетическую. Я, когда у нас будет такая возможность, когда захотите, я вам дам ключи, как можно восстанавливаться каждому человеку после встречи. Тобто це все ж таки індивідуально, так? Абсолютно. Але ми можемо говорити сьогодні про так звану енергетичну самооборону, от для такого широкого загалу, щоб людина могла, наприклад, якщо вона того не помічає, сконцентруватися на деяких речах. Ви вже от протягом нашої абсолютно поки що короткої зустрічі декілька разів сказали енергетичні вампіри. І я на підводці також згадувала. Так? Тобто це є такий певний термін, і це люди дійсно існують, це люди, які підзаряджаються твоєю енергетикою, причому це відбувається по-різному, але здебільшого ці люди провокують тебе на якісь скандали, на якусь негативну інформацію, вони тобі дають якісь новини там, чи ще щось, так? І ти однозначно починаєш акумулювати свою енергію, і саме, от, знову ж таки, ніби як відгаражуючись від тих чи інших питань, і відбувається така підзарядка, тобто та людина, яку ми називаємо енергетичним вампіром, вона підзаряджається. Тепер питання тоді у тому, от давайте на прикладі енергетичних вампірів, спочатку розберемося, які вони бувають, та? А потім все ж таки, як енергетично самозахиститися. Хорошо. Ну, от... определяя вот диапазон, да, если в процентном соотношении сравнить, какие есть виды заболеваний, да, энергетики человека, то вот говоря об энергоинфицированных, по большому счету, вот, ну, как это люди, которые подвержены порче, да? Люди, которые подвержены сглазу, люди, которые подвержены там, каким-то проклятиям, это тоже существует, это тоже работает. Вот таких людей не очень много, это может быть 15-20%. А где-то процентов 30-40 это людей, которые энергоослаблены. Они не являются вампирами, они не являются энергетическими вот этими. Они не питаются. Але тим не менш, ми, коли з ними, наприклад, поспілкуємося, відчуваємо дійсно оту важкість. Ми відчуваємо, щоб дійсно вот енергію з тебе випало. Да. Ну вот это люди, которые к тому, что они не виноваты, они сами не знают, как они это делают. Вони про себе не знають, що вони енергетичні вампіри. Они не знают, они поэтому и ищут способ, каким образом они могут сами себя защитить, потому что они энергоослаблены. Они учат какие-то манипуляции, как на самом деле они превращаются в сам... самозахист, желая защититься. Отримання твого збудженого стану, так? Да. Вот це в них такий іде самозахист, тобто це їм іде на користь, тобто це їм іде в плюс, особисто їм. Да. А іншим ні. Да. Вот в чем петля судьбы. Они желают защититься от других, а сами нападают. Поэтому вот энергетических именно вампиров не так. Не так много. Я сейчас дам ключи, которые позволят, во-первых, сразу понять, кто перед вами, энергетический вампир или человек, который вот так запутался. Потому что я сейчас начну рассказывать о энерговампирах. Мы все увидим своих подруг, своих друзей, мам, пап. Мы скажем, так, минуточку, все, до свидания, вся моя семья, да. Вы энергетический вампир, мне потребно с вами меньше спілкуватися. Ну так, да, кто вы, кто я, ну представляете. Ну, вот я вот это хочу, вот этот момент оговорить, чтобы понятно было, что это не ко всем относится. Есть люди, которые действительно, пытаясь защититься, слишком защищаются. Вот. Так вот, что, как различить, да. Если это энерговампир, если это, либо это человек действительно в состоянии душевной слабости, ему нужна ваша помощь.
Ну, по суті, дивіться, енергетичні вампіри – це є такий тип жертви, яка постійно скиглить, яка постійно жаліється на ті чи інші. Да? І є тип того самого там тирана чи агресора, навпаки, та? От тебе там принижують чи ще щось. Тобто тут незалежно від того, якого типу цей енергетичний вампір, шлях, по суті, до тої підзарядки від іншої людини один той самий. Я трошечки вас перебила від пошуку ключів, от, захисту від енергетичних вампірів. В Біблії як написано? По ділам їх узнаєте їх. От по ділам. І задача енергетичного вампіра – це обесточити вас. Если это не энергетический, у него нет такой задачи, он сам не знает, как это получилось. Он не есть энергетический вампир, он просто запутался человек. Вот я сейчас расскажу, каким образом их отличать. Да. Если вам кто-то бесконечно жалуется, какая-то знакомая, подруга, близкий человек, бесконечно говорит о плохом. Вот позвонила и только... звонувачує кого завгодно, тільки не себе, у якихось проблемах, які є в її житті, так? Чаще всего бывает так, что ее проблемы меньше той, кому жалуются. У нее там не такое белье постельное где-то на Мальдивах, она страдает, оно не такое, как должно быть. А у этой семеро по лавкам, она не знает, за что хвататься. Та ее жалеет, ну как же она может спать на таком разноцветном белье, она привыкла к однотонному, как она страдает. Ну, это часто встречается, и в повседневной жизни мы можем даже вот со стороны это видеть. И на себе даже ощущать, когда нам кто-то звонит и рассказывает только о том, что плохо, и рассказывает о том, добре, что... Оль, как захиститься? Да, как защититься? Во-первых, как защитить? Это подходит всем абсолютно, даже это вампир или это просто человек, который запутался, это подходит всем, но результат того, как будут реагировать на то, что я скажу сейчас, это четко вам разделит, вампир это или нет. Значит, когда вы начинаете жаловаться на что-то, вы тут же должны сообразить, что у этого человека хорошо. Что у него хорошо? Симпатичная женщина. Вы говорите, ой, да ладно, это с кем не бывает у всех, зато ты какая хорошенькая. Зато посмотри, как тебя Бог одарил этим. И это должно быть правда, то, что вы сейчас будете хвалить. Может быть, она вообще не симпатична, но зато у нее чудесный муж. Вы говорите, ну ладно, ну чего не бывает, зато у тебя муж какой. Или деточки. И они перемыкаются сразу туда. Вот, а? Вот это важный момент. Если это энергетический вампир, и вы все время будете делать так, он перестанет перед с вами общаться. Тому що він не отримає того, чого він очікував. Ви міняєте вектор. Він говорить, дай, пожалій, тобто дай мені свою енергію. А ви говорите, що тебе жалеть, у тебе вон є, і вон є. І ви його нейтралізуєте. Якщо це енергетичний вампір, чоловік перестане вам общатися. Ну ви йому будете безполезні. Йому потрібно слити своє кудись, а ви не приймаєте. Інший вуха. А если это правда, друг, хороший человек, который находится в тяжелом душевном состоянии, в беде, если вы будете ему так говорить, он даже вам спасибо скажет, ну правда, чего это я, действительно, у меня детки такие классные, ой, да это все проходящее, все будет, вы даже поможете, понимаете? Это очень важно. Что еще важно знать, чтобы понять, когда вампир к вам подключается? А вампир, это, ну вот, если бы мы это видели в реальном мире, как это происходит, мы бы, наверное, видели фильмы ужасов, потому что энергетически подключаются к нам. Так вот, когда подключаются? Когда вы испытываете очень сильные эмоции. Не эмоционируйте с этим человеком. Что такое эмоция? Эмоция – это голос чувств, проявление чувств. А что такое чувство? Чувство – это голос души. Вот когда вы проявляете эмоцию, у вас открывается душа. И вот тогда можно посеять это семя и тянуть с вас энергию. Как не проявлять чувства? Нужно научиться различать три основные манипуляции вампиров. Их очень много, от каждой разветвляется там целый ряд, но базовые три, они все время ими пользуются. И как только вы встречаете человека, который бесконечно ведет себя каким-то таким образом, что вы чувствуете себя униженной, это стыд, они стыдят. Первая манипуляция – это стыд. Показать человеку его, минимизировать достоинство человека, показать его незначимость, да, начинать управлять им, ой, ну что ты как маленький, да, ты такой смешной, да у тебя вот как-то, знаете, все время… Принизити. Это стыд, чтобы вы почувствовали стыд, вам стыдно быть таким, какой вы есть. Да? И даже ваше доброе качество он представляет как нечто негативное. Вот это перед вами точно есть энергетический
энергетический вампир, либо тот, который раз попробовал, два, ты посмотри, работает, а ну-ка, дай я буду этим пользоваться, потому что так меня не будут обижать, так я буду защищен. И вот чем больше человек будет этим пользоваться, как бы инструментом защиты, тем больше он сам будет превращаться в энергетического вампира. Угу. Энергетический вампир, он разрушает все вокруг себя. Он не создает, он разрушает. У зв'язку з цим зараз буквально звернусь до наших глядачів. Ви дивитесь програму «Під абажуром», слухаєте. Ми говоримо про те, як захистити себе від енергетичних вампірів і взагалі, що таке енергетична самооборона. Якщо ми говоримо про енергетику людини, то в мене виникло запитання, це щось вроджене чи це щось надбане? Буває так і так. І врожденне – це родове древо. То есть родовое древо тоже может иметь свою энергетику. Есть анчар, ядовитое древо, да, а есть яблонька прекрасная. Вот люди, рожденные на древе, которое ядовитое, бывает так, есть такие рода. Но только от человека зависит, как он будет этот яд использовать. Ведь яд в правильной пропорции разбавленный – это лучшее лекарство. То есть есть энергетические люди по своей природе разрушители, а есть созидатели. Но только человек выбирает, что он будет разрушать. Ведь можно разрушать болезни, ведь можно разрушать безграмотность, ведь можно разрушать то, что мешает человеку. А вот это род созидателя, а он созидает всякую дрянь на земле, а он созидатель. Как человек использует то, что ему дано от природы, нельзя никогда осуждать, обижать или не уважать свой род. Потому что это деградирует человека. Это, знаете, как вот яблочко выросло на каком-то древе, говорит, фи, это древо меня недостойно, я такое красивое яблочко, это какие-то корни вообще мне не нужные. Понимаете? Mm-hmm. Нет, если ты родился вот таким, в таком роду, ты не случайно там родился. И твоя задача научиться, используя это, научиться приносить свет, радость людям и выбирать между добром и злом. Неважно, с какой точки ты идешь. Оль, користуючись тим, що у мене сьогодні в гостях психолог і енерготерапевт, а? Ми говоримо про багато дуже важливих речей, на яких треба розумітися, в принципі, та? І ці знання використовувати потім вже у своєму житті, у своєму спілкуванні. Дуже хотілося б, щоб у програмі прозвучали ще якісь приклади, причому типові приклади, тому що до вас приходять дійсно різні люди з різною енергетикою. До речі, як захищає себе терапевт, це також питання, ми потім ще до нього повернемося. А відносно того, от прикладів, ну скажімо, в родині, от скажімо, взаємостосунки там матері і доньки, так? От щось з цього прикладу наведіть, щоб наші глядачі і слухачі мали змогу все ж таки хоча б замислитись, та, над тим, а так я себе веду чи не так. Вот что самое главное, что я чаще всего замечаю, да, это прям вот как общая особенность, которая ведет к негативным отношениям в семье между родителями и детьми. Родители желают добра, все родители желают добра своим детям. Но ты же не разумеешь, я ж тебе добра обожаю, да? Вот эта фраза. Но нам иногда... Чаще знаю, как трое. Да. Нам часто не нравится форма, в которой нам желают добра. Угу. Понимаете? Вот дуже важливо, как ты это скажешь, да? Нам, да. Еще ты скажешь. Да. Нам нужно для того, чтобы понять своих родителей, нам нужно разделить форму и мессаж. То есть вот для чего они это говорят и как они это говорят. Это не одно и то же. Ведь можно говорить добрые слова, желая человеку зла. А можно говорить неприятные слова, желая человеку добра. Вот этому я желаю всем взрослым людям понять и простить своих родителей за это. И начать их благодарить за именно то, зачем они это говорят. А и молодым людям перестать так делать со своими детьми. Але ж дивіться, мы це тільки розуміємо вже згодом, коли ми виростаємо, та? Ми можемо якось проаналізувати. А от в той період, поки ще ми там молоді, поки ми ще юні зовсім, ми того не розуміємо. Ми навпаки в протест абсолютно сприймаємо, ну, якісь от, як ви говорите, тим паче, як це було сказано, та? Мені мама так от там сказала. Давайте приклад. Да, от два, є два види, два ключа, да, два види подачі воспитання. От перше, це не делай так, буде плохо. А второй, делай так, буде хорошо.
Вот нам это другие правды. Да, вроде бы одно и то же, но это совсем не одно и то же. Первое указывает на недостатки, а второе указывает, как развивать достоинства. И это дает человеку уважение, это дает взаимопонимание. Это вот первое, что нужно всем. Второе, что нужно всем, научиться выражать свои чувства. Мы не умеем выражать свои чувства. Мы должны научиться говорить. Не говори так, мне это обидно, мне больно. Потому что... Мы маємо це говорити, да. Обязательно нам нужно. Мы маємо не змовчати. Нужно говорить. Нужно говорить. А якщо ці твої слова, вони спровокують, ну, ще більше якогось гніву. Да? От ти сказала, не кажи так, мені боляче. Ти мене не розумієш, ти там та-та-чі-чі-чі. Да? Вот чем больше гнева... Бо людина в ту хвилину, вона знаходиться зовсім на іншій площині, ніж ти. Ну, чи це ти, чи інші, навпаки, неважливо. Так. Ну, если мы говорим о родителях, да, то они не могут быть ниже нас. Если мы считаем их ниже нас, мы гораздо ниже вообще представления даже о понимании, кто такие родители. Да? Вот. Родители не могут быть хуже, чем мы. Никак. Логично. Никак. Даже если мы себе представляем умнее, сильнее, не может быть веточка, которая породила эту веточку, недостойна той веточки, которую она породила. Если уже гневливость у родителей, это значит, они испытывают постоянное чувство неблагодарности от своих детей. Да? Они не испытывают, вернее, чувство благодарности. И чем больше они гневливы, тем больше вот эта черная дыра в душе. Надо ее закрывать. Каким образом? Простыми человеческими словами. «Мама, я тебе благодарю за это, за это, за это». «Мама, вы не представляете, как меняются отношения». Садятся люди, плачут, обнимаются, и начинается новая жизнь. Родители ругают детей до тех пор, пока они чувствуют себя недостойными своих детей, хуже своих детей. Отсюда многие конфликты в семье. Бестолковые конфликты, делить-то нечего, все ну, любят друг друга. Так цікаво підійшли зовсім до от тих проблем, які дійсно є в сім'ях. Тобто те, що от ви говорите про батьків і дітей, часто. То дуже-дуже цікаво. Дійшли, що батьки вважають себе, я не знаю, от зараз запитаю якихось батьків, ви вважаєте себе негідним там ваших дітей? Вони взагалі навіть не зрозуміють, про що запитую. Мені здається, такого. Тобто, ну, кожен батько там чи мати, як ви кажете, вважає, що вона абсолютно правильно виховує свою дитину. Да, ну это зона нашего роста. Вот это то, что нам нужно всем научиться. Мы с вами научиться. Так перейшли, слухайте, від енергетичної самооборони в сімейні стосунки, ну, але просто воно дійсно все пов'язано. Бувають енергетично опасні родители, бывают. Это те, которые, ну, сами энергоинфицированные. Бывает такое. И тут нужны, конечно, специалисты. Если такой человек приходит к психологу, психолог как пожарник во время пожара без скафандра. Почему? Потому что он, с ним будет происходить то, от чего он помогает защититься этому человеку. Да. Это значит, к вам пришел не клиент, это значит, к вам пришел пациент. От клиентов не страдают, от пациентов, да. А як же ви захищаєтесь? Ми говоримо про енергетичну самооборону кожної людини, але психолог – та сама людина, розумієте? Конечно. Коли до неї приходять Конечно. Негативно налаштовані енергетично да. люди, які да. мають дійсно ту енергетику, як психолог може себе захистити? Да. І психологи, Наталія, і врачі, і учителя, і да, любой, і бізнесмени, всі, хто общаються з разными... душою з людиною. Конечно. Як захищатися, я создала програму. Программу «Энергетическая самооборона», которая помогает получить все необходимые ключи вот с людям, работающим с негативными, энергонастроенными отрицательно, инфицированными даже людьми. Это ну, техники безопасности при общении с такими людьми. Не просто как от них защититься, а как создать с ними конструктивные отношения. Мы же не можем выбирать наших родителей. А вот папа вампир батьки, или мама негативная. Я же не могу, вот тебе позитивная да. энергетика, я с тобой буду спрашивать, тебе негативная да, я да, не да. буду. Це його бізнес. Да, на двері так написано, входить тільки позитивним, негативним, до свидання. Нам потрібно навчитися жити серед різних людей. Так само в будь-якому колективі є різні люди, так само абсолютно. І ми маємо співіснувати. Конечно. Ну, от, допустим, якщо говорити о фізичному тілі. Якщо вірус, чоловік болить грипом, що ми робимо? Одели маску. Це вже є захист. Конечно. І такі ж є прийоми в енергетичній самообороні. Тобто, це подъем, как бы сказать, вот подъем силы духа. Сила духа человека, настроение человека психосоматически напрямую связано с иммунитетом физическим.
Вот если мы говорим слабый иммунитет, сила духа маленькая. У человека нет настроения, нет сил, нет мотивации, нет желания, иммунитет тоже падает. Как поднять силу духа? Ну, вот это и есть приемы по дате рождения каждому человеку. Я даю его ключи, которые он тут же, как знаете, как телефончик со своей зарядкой, подключается именно к своему источнику силы. Але з нашої розмови, Оля, я зрозуміла одну і дуже важливу таку штуку, незалежно від того, там і дата народження, і все, тому що усі люди, в принципі, та і свої чесноти, і свої, як то кажуть, негатив свій, але позитив врятує. Тут дуже багато речей, тобто те, про що ви говорите, налаштування на якусь іншу хвилю, на позитивну. От не сварити, а похвалити, та, за щось, да, от сказати. Да, та. Да. Тобто от такі якісь речі, ну і звичайно, якщо ми говоримо про енергетичних там вампірів, та, обмежити з ними спілкування, тобто, якщо така можливість є. Якщо немає, знову ж таки, те, про що ви говорили, ми зразу зовсім по-інакшому налаштовуємо їх на іншу хвилю, і тоді вони вже бачать, що вони не можуть отримати від тебе такої енергії. Так? Ну так, да, от об енергетичних вампірах ми говорили о том, що це ті, які три види енергетичних вампірів, базові, да? Це ті, які вас ругають, или поучают, вот они поучают, или ругают, то есть унижают как бы ваше достоинство, да не как бы, а откровенно унижают ваше достоинство, даже желая помочь. Это те, которые пугают, это тоже, да, то есть унижают, пугают, либо просят все время, жалуются, да. И как только вы понимаете, что перед вами человек, который все время жалуется, вы его начинаете хвалить. Как только вы видите, что человек начинает вас унижать, вы настраиваетесь над ним. Что это значит? Вы начинаете оценивать то, как он это делает. Да, вы становитесь как бы контролером по этому действию. Например, он говорит, ой, а что ты сегодня так это самое расчесана? Или ой, а что ты сегодня так накрашена? Тобто перевести на него да, спилки. А вы говорите, ой, а что, ты стала интересоваться наконец-таки макияжем? Или ты стала разбираться что-то? Тобто взяти владу, я так розумію. Конечно. То есть вот начинать анализировать то, как анализирует она. Ну, а про тих, хто вже жаліється, ми з вами вже говорили. Оля, у нас, на жаль, час сплив. Я розумію, що у нас така тема достатньо об'ємна, але я черговий раз дуже вам дякую, дуже рада бачити вас у себе під абажуром. Дослухаємося до ваших порад. От, і, звичайно, приїздіть в Хмельницький, він вас любить. Спасибо большое, дякую, я очень рада. Благодарю. Дякую. І дякую нашим глядачам, дивились і слухали програму «Під абажуром». Сьогодні у мене в гостях була психолог, іміджмейкер, людина, яка приїхала до нас з Парижу, це Ольга Арзуманова, Данжанкур. Ми говорили про енергетику людини і про самозахист. Все на цьому все. Ми з вами обов'язково почуємось і побачимось. До побачення.